Организаторы форума поставили перед собой амбициозную задачу. Форум «Зауралия» в подобном формате проходит в третий раз. Задача – собрать в одном месте молодежь, которая хочет развиваться, которая готова двигаться вперед, работать над собой и тем самым развивать свой регион, свою страну. Каждый день для участников проходили лекции, мастер-классы, встречи с экспертами, деловые игры и презентации. На площадке «Мое общество» прошло финальное конкурсное испытание «Урок добра». Диана Хмельницкая рассказала, кто такие волонтеры и в каких мероприятиях они принимают участие. На площадке «Мой старт» выступил председатель общественной молодежной палаты при Курганской областной думе Сергей Лоськов. Он провел практическое занятие со студентами по разработке стратегии молодежного самоуправления. Затронули важнейшие аспекты развития студенческого самоуправления, молодежного самоуправления как в муниципальных образованиях, так и на уровне Курганской области и на уровне Российской Федерации. Организаторы форума подготовили для участников насыщенную программу. Помимо образовательных площадок, молодые люди имели возможность встретиться с интересными собеседниками. Одним из них стал наместник Свято-Успенского Долматовского мужского монастыря. Я рад, что получил приглашение участвовать в молодежном форуме и рад интересу, который проявили участники форума к личности архимандрита Антонина Капустина, нашего земляка, выдающегося церковного деятеля, церковного дипломата, ученого. В вечернее время для участников форума была организована развлекательная программа, игры, выступления, творческий коллектив, викторины. Екатерина Юшина, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».